24 октября подразделение специального назначения вооруженных сил Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник, с которым хочу поздравить всех наших братишек, коллег, сослуживцев, братьев по духу и по оружию. Праздник установлен в 2006 году, достаточно молодой, но он объединяет в себе традиции дореволюционной России, в которой тоже существовали подразделения специального назначения, и традиции уже Красной Армии советского периода. В 1954 году, 24 октября, маршал Победы, министр обороны Советского Союза Василевский издал приказ, согласно которому были сформированы 46 рот специального назначения общей численностью 5,5 человек. Это были самые подготовленные подразделения советской армии, задача которых заключалась в действиях в глубоком тылу вероятного противника. Предполагалось, что со странами НАТО у нас будет вооруженный конфликт, ядерная война в частности. Поздравляю всех братишек, желаю всем успехов, здоровья, доблести, крепости духа в исполнении своих служебных обязанностей и выполнении нашего воинского мужского служения.